Заседание Комитета по вопросам градостроительства ЖКХ и ТЭКС состоялось в Законодательном собрании Нижегородской области. Депутаты обсудили 4 вопроса. Одним из главных стало внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о реорганизации 2 инспекций. К Государственной жилищной инспекции присоединится инспекция административно-технического надзора. В связи с этим сократится численность сотрудников последней, но должно усилиться общее влияние объединенных структур, а значит, помощь жителям региона станет эффективнее. Самое главное, когда мы рассматриваем в подготовительном процессе этот вопрос, чтобы мы не потеряли специалистов административно-технической инспекции, которые на сегодняшний день очень знают территории, очень знают регионы и знают все проблемы, которые существуют в сфере их действия.